мои друзья, всем добрый день. Все, кто смотрит нашу инстаграм-страницу, вы меня знаете. Ну а для тех, кто меня не знает, зовут меня Татьяна. Я снова рада быть с вами в нашей команде. Мы, как всегда, приехали не с пустыми руками. Мы купили тортик для детишек. Всем здравствуйте, меня зовут Петр, за кадром, как обычно, Алексей. Татьяну, да, действительно, многие знают по инстаграм-странице. Это заместитель директора благотворительного фонда «Добрые сердца Казахстана». Приехали мы сегодня снова в Новотроицкое село. Дело в том, что компания, мебельная компания «Ярослав Мебель» изготовили детишкам двухъярусные две кровати. Сейчас, кстати, они ведут сбор. Сейчас у Армана, сейчас мы пройдем, все посмотрим. Выражаем огромную благодарность компании «Ярослав Мебель». Они просили нас не делать им рекламу, но в знак благодарности мы все-таки сделаем. Все, кто нуждается в мебели, обращайтесь. Ссылку мы оставим в описании в шапке профиля. Да, ребята очень быстро сделали. Мебель. Да, молодцы. Кстати, вот несколько дней назад мы сюда приезжали, привозили, помнишь, когда с углем уголь привозили, продукты. И буквально вот несколько дней прошло, и мебель уже готова. Да. Пойдемте посмотрим. Все, спасибо, все, пойдемте. Вот мебель уже. Здравствуйте. Привет. Ага, ты все равно присылаешь. Подрастешь, тоже будешь. Уже прям все установили, да? Да. Ну, ящики сделали. Ярослав, расскажи чуть-чуть, а? Поподробнее. Да я, блин, как-то нет. Как красиво, красиво. Матрасы. Ага. Я ее сейчас... А на той? Ящички. Под подушки, под игрушки. Красотища. Матрасы, подушки. А вот это не стали, да, выкидывать они? Оставили. Ну, сказал, маленькая говорит, на нем спит. Так вот здесь можно теперь спать. Ну, их все равно шестеро. Старший будет где-то спать, где-то в этом. То есть шесть же детей. Четыре места, и плюс это все равно можно оставлять. А ну-ка, залазь туда. Залазь туда. Не хочу, да? Ну-ка, опа, в домике. Опа. Прикольно тебе. Он сейчас на второй этаж там лазил. Я говорю, где... Ну, вот, все. Ну, классно. Ярослав, спасибо большое. Не за что. За то, что огромное спасибо. Ну, теперь это надолго хватит. Ну, а что, спали там, на чем? Они говорят, что квартиру дают. Да, вот квартиру дадут, они туда все это и перевезут. Он телефон записал, если что, мы заберем. Потому что не хотелось бы, чтобы непрофессионально это разобрали и сломают. Начнет крутить просто на тоже. Аккуратнее там, не упади. Ну, перед Новым годом стал, получается, научить. Мы пообещали ему, что сейчас после событий, да, что это будет. Ага. Давай, 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 лезь выше. Что лезь, лезь. Должны быть. Сначала думали одну поставить, вторую ставить. Да нормально, нормально. Потом порешили поставить. Нет, здесь даже это, даже вот взрослому человеку. Конечно. В принципе. Нет, как бы хватает места. Конечно. Вот. О-о-о! Просто можно вообще прикольно. На, понял. Дети, все, ну там. Лёх, ты заснял, да, табуретки-то, что новые? Сейчас, нет еще. Ну, помогай, конечно, сестренке. Вот так.
Ну как, нравится? Скажите. Тут игрушки, а там вещи. А, уже игрушки сложили? А ну-ка, ну-ка. Вот здесь вещи. А здесь вещи, все верно. Папа, папина, папа. Там игрушки, а здесь вещи. Все хорошо, видишь как. Главное, чтобы тепло было здесь. А у меня тепло, так тут матрасы теплые. Да, матрасы хорошие. Я с тобой могу залезть. Сделали новые табуретки. Компания мебельная Ярослав Мебель. Большое им спасибо. Ну, помимо кровати. Да, молодцы. Арман вам что-то жарит. Арман, может чай попьем с тортиком? Давайте, давайте. Детишкам это. 10 минут. Давай, давай. Без проблем. Дай петру. Не зря же мы тортик привезли. Не, я понял, подождем. Потом да, пробовала, мне угощали. Понравились? Да, вкусные лепешечки. Лепешечки? Это... 4 штуки. 4? Да. Ну, чуть возьми. Что, Арман, хватит тебе? 4 штуки. Что за глаза? А кто завел тесто? Пекарня. А, ты готовый купил? Утром они просто там оставят форму. Если успеешь до 9, закажешь, то это. Берешь, все. Ну, надо, знаешь, будешь так? Конечно. Нет, почему нет? Для вас? Ну, вам тут перед тортик. Дайте тортик вкусный. Режь много частей. Может, ребята тоже чай попьют. Так, это что? Грецкий орех? Угу. Как бы его? Давай я его. Сдвинуть? Все, сдвинули, видишь? А ты будешь тортик? Нет. Нет, пойдем, Аля. Тут пока режь, да потом. А чайник есть? Все, нарезал. Теперь у нас стульев много. Каждый по стульчику сидит, может это взять. Так, разбирайте стулья. Где надо звать? Садитесь, водитесь. Пойдемте чай пить. Что это? Утро управляется сразу. Сейчас вечернее положено. Вам что ли? Пойдем, мы пошли. Мама, ты говорил, еще один ребенок. Я просто когда приезжаю, всегда 4. А, вот там? Да. Вот там у бабушки. Бабушки? Да, я думаю. А что, он постоянно с ней? Или... Она же болеет, бабушка. А, что, помогает ей? Да. Ухаживает, молодец. А то постоянно подписчики вот спрашивают. Отлично. Да, молодец, молодец. И вот он со школы приходит, там, знаете, там, как задание надает, он сидит. Да, занимается, да? Ну и ей попутно помогает. А то просто подписчики, это, мы как не приедем, и на фотках везде, что 4 ребенка. Я начинаю объяснять, что взрослый на подработках. Он говорит, а где еще 6-й ребенок? Но. Рустамка у бабушки сейчас. Ну, и это. Вот, дорогие друзья, Рустамка у бабушки, ухаживает за бабушкой, бабушка болеет. Он отличник. Плюс занимается один, чтобы никто не мешал, чтобы. А он здесь у нас долго не держит, он придет полчаса побудить. И все брют, там в тишине, спокойно. К бабушке, да? Да. Ну, как это называется? Интроверт. Я тоже такой. Я не могу долго в обществе большом. Он убегает. Мне одному хорошо. И на раз заходим. И все, потом обратно забрали. Потом где-то недели не проходит. Там приведи его обратно еще. Он говорит, с прапочкой жить. И ладно, привет, сажусь. Все? Так и остался.
Ну а там ближе, как к этой квартиру выйти, получать. Телефон есть, берете. Там с мебелью что-нибудь решим. Потому что я знаю, что квартиру заезжать без мебели сейчас. Сейчас ее купить нереально. Тяжело. Цены дорогие. Найди. Мы, кстати, понравилось видео. Суматохи представили, не представили Ярослава? Да. Нет, наверное, ничего. Нет? Что мы сейчас заходили, я это не помню. Ну, представим еще раз, если представили, ничего страшного. Ярослав, директор компании мебельной Ярослав Мебель. То есть, кто предоставил Арману и его детям. Большое спасибо, Ярослав, за мебель. Стулья, кровати, все от него. Не успели уехать. Выхватили, да, вас? Да, мы вовремя подъехали. Арман, пару слов. Да, но в ходе случая хочу сказать огромное спасибо вам большое. Вам, Петру, вашей там, как вас называется, организации, ваши добрые сердца. Я даже не подумал, что директор сам приехал ко мне, это Ярослав. Самые люди простые. Спасибо большое, детям тебе радость. Большое спасибо. Не кандаваться на этих диванчиках. Разрушен. Сейчас удобно зато. А я бы когда купил бы их? Вот-вот думаешь, что-то будет. Как раз. Все большое. Ну, на самом деле, людей добрых много. Большое вам спасибо всем нашим подписчикам, всем, кто помогал, помогает и будет помогать. Большое вам спасибо. И не забываем подписываться, кто не подписался. Ставить лайки, распространять видео, это очень важно для канала. Ну и для помощи нуждающегося, естественно. Ну а мы будем дальше пить чай. Да, мы продолжим. Купили детям, сами съели. Не-не-не, детям оставили. Мы говорим, что не оставили. Чай налить? Не, спасибо, я вам сок. Детям покажу, что оставили тортик. Да-да-да. Все съели. Они показывают, как они вот забираются на, а ну-ка, давай, на покажи. Вторую полочку. Давай, ножками, давайте. Тетя Таня, знаете, держите. Вы подумаете, что? Что, куда? Куда пойдем? Что-то мне хочешь показать. А, ты сюда будешь залазить? Там не дают они тебе, да? Ну, давай. Я тебя держу. Нет? Нет. Подушка упала? А зачем роняете? Так, давай. Интересно там наверху, да? Как в домике? Да. Как в домике? Держи подушку, не роняйте. Не будем. Ку-ку. Интересно. Потихоньку. Болтиков не хватает. Все? Назад? Давай, я держу тебя. Не бойся. Я иду к бачогу. Так, стоп. Так, не бойся. А, да, блин! Так. Ой, я здесь. И я. Да, блин, не считайте пока. Да, теперь сестренка полезла, видишь, наверх. Это твое место там? Да, здесь? Такая маленькая кровать была, елочку было видно, очка вообще не видно. Ну, теперь закрыли. Да, все равно скоро убирать елочку. А, елка там что ли? Там елочка. Я не видел даже. О, моя пятка, вот прятки. Играй. А, прятки. Прятки? Конечно, поиграйте. Ну, давай, считай, а я прятки. Я буду считать.
считай. Считай, Танюшка. Я иду искать. Я до 20. А, до 20 будешь считать, ого. Смотри, сюда. Давай. Не надо. Может, не надо туда? Сломается, сказали. Давай тебе сюда спрячем, иди сюда. Дядька! Иди сюда, тебе спрячем. Сюда спрячем. Садись. Куда ты куда полез туда? Вот сюда садись. За диван вот сюда садись. Она тебя будет искать. Садись сюда. Все, сиди тихо, как мышка. По мебели вы делаете абсолютно вообще все? Ну, вообще, да. Ну, раньше мягкой занимались, сейчас только корпусную. Корпусную? Мягкую. Просто на нее как бы и времени нету, и проблематично. То швеи нету, то еще что-то. А с корпусной, как бы, да, все делаем. И то есть и кухонные, и да? И кухонные, и все, все, все. Ребята приехали. Вот, Рустам, Руслан, привет. Который раз приезжаем. А то мы здесь торт без тебя доедаем уже. Пойдем ходить. Вот, дорогие друзья, кто там спрашивал, где еще дети. Вот, один у бабушки, ухаживает за бабушкой. Старший, как обычно, на подработку. Саша, вот приходил на обед, помогай. Не замерз? Нет. Сейчас а вот бабушка замотала. На пятерке, папа. То, что отличник, хорошо учиться. В каком классе учишься? Я в пятом. В пятом классе? Да. Вот третий у нас есть. Сейчас. Там еще один пульсом. Еще один наш брат пришел. Прикольно они выглядят. Там еще один наш брат пришел. Кто-то все закрыл. Да, вот Руслан. Пойдем, раз за бабушкой ухаживаю. С бабушкой живу. А есть еще старший. Он на подработке. А он где-то рядом еще? Не знаю, во сколько он появляется. Что это? Вот он! Я! Что это? Я! Смотри, скрывайся!